И куда же нам идти? Обнаружение сигнала. Опаньки! Так. Нужно быть очень аккуратным, значит, будем идти в стелс-режиме. Как я вижу, тут камера какая-то, да? Ладно, они так далековато, кстати говоря. Так, они все находятся именно с той стороны. Давайте попробуем как-то пробраться незаметно. Что тревогу поднимать сейчас, это, наверное, самая тупая идея. Поскольку... Твою мать, патронов у нас нету! Поп-поп. Ты орёшь? Шесть метров. До него 6 метров? Где он, мать его, в задницу? Нет, до него 6 метров, а я его не вижу. Как мне мимо проскочить, интересно. Попробуем держаться тени. Не знаю, то есть поможет ли это. Я почему-то думаю, что это не поможет. Хотя нет, не поможет. Твою мать, так и знал, вот какой-то пидор все испортит. Ушлепок. И ты тоже ушлепок. Вы все ушлепки, я вас ненавижу. Как я неудачно упал. Воу. Ничего, что, подождем. Сладенький мой, иди ко мне. Поп-поп-поп-поп-поп. Блин, черной формы, я их даже не вижу. Ах ты, пидорас, кусок, иди сюда. Ну, хоть можно перезарядиться, немножко собрать патронов на данный момент. А, немножко патронов, которых нету. Это камеры наблюдения, как я понимаю. Ну, им похуй. Извините, пофиг. Надо заканчивать мат ругаться. Просто иногда это необходимо, а иногда это вообще не надо. А, нет, это патроны, я думаю, это аптечка. Ну ладно, патроны, аптечка, какая разница? Так, а тут на что?
Тут у нас закрыто. Значит, давайте зайдем вот сюда. Нужно же поезд угнать, по идее. Получается так? Получается так. Нам нужно все это угнать будет. Ну, сначала давайте до конца здесь все посмотрим, проверим. Это я пока не хочу включать эту кнопочку нажимать. Поскольку я не знаю, что она будет делать, поэтому я просто зайду сюда пока. Здесь ничего. И там, возможно, тоже ничего. Нет, есть что-то, фрагмент кода. Ну и, по сути, больше ни хрена нет. Патроны, это всегда очень хорошо. Так, зарядились. Все, я чувствую, здесь патроны дают не просто так, а для каких-то нужд и целей. Ёб твою душу уж нафиг, мать. Ой-ой-ой. Слушайте, напрямик стоять, это не знаю, тупин какой-то. Получать люлей. Давайте зарядим. Так. Надо бы понять, как его завалить. Я понятия не имею, как это сделать. Надо же, но я как-то все-таки это сделал. У, вот это пукалка. Фига себе морду чувака. Нажимаем еще разочек. Забудем нашу пушку. Так, аптечка, патроны, волына, патроны и, по сути, как бы все. А так что почему? Во. Конечно. Поворотливая пушка. Это немножко напрягает. То есть с ней реально очень-очень-очень удобно идти. О, греночка, аллилуйя. Как я, по-моему, соскучился, мазафака. Попробуем пойти наверх. Больше не нужны. Вот это арсенал. Давайте возьмем наш автомат, перезарядимся и возьмем патроны к нему. Потом пистолеты. Не, с пистолетами все нормально. Коды и патроны. Кнопка, опять же, нет. Ну, пока мы ее тоже нажимать пока не будем. Пройдем сюда. Что тут? А тут у нас ни хрена нет. Ну, значит, можно нажимать, в принципе. Чувствую, опять что-то будет здесь. Прям я предчувствую.
Зато так здесь нихера ничего не будет. Но это же не все. А где еще? Ух ты. Петухан! Ух ты ж, твою душу ж мать, перемать, ах ты. Ах ты скотина. Ёб твою. А, у меня здесь закончилось, зашибись. Окей, ублюдок. Ааа, мы пойдем. Идем дальше. А, вот насчет идем дальше. Куда идем-то? О боже, ладно, наверх поднимаемся. Патрон нам больше не нужны. Тут у нас максималка. Это не есть твою мать хорошо. Ах ты чертов ублюдок. Это опять это говно что ли? Да твою мать. Кто он такой, блядь, умный, а? Ну охренеть вообще, блин. Ой, зараза. Короче, эту пушку мы не трогаем. Не, ну мы ее трогаем, я имею в виду, но только... Только. Если долго, если долго по дорожке. Врубаем кнопочки. Я жду вас, Питер Чмон. Нихера у вас тут. Что-то уже реально ни хрена не смешно. Великолепно. Великолепно. Великолепно и еще раз. Великолепно. Тут уже ни хера нету, зашибись. Зачем патрон тратил? Ну ладно. Оф, удивили. Валы на свои, блин. Упирается.
Showtime! Ой-ой, надо идти заряжать. Very good. Ах ты ж твою мать. Блин, да сколько же вас тут, уроды? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Не, да слушай, ребят, ну это охереть можно. Так будем перестреливаться, короче. Так, ну мы поперестреливались, да, теперь. Музыка до сих пор играет. Значит, кто-то еще остался. Хотя бы армор теперь есть. Фуф. О, вот это было тяжко. Ну, пушка классная. Пушка пушкой, но... По идее, мне нужно хп. Во. И арморчик. Армор максимум. Все, теперь можно валить на поезде. Фух. Да, вот это напряги. И наш поезд отправляется. Okay, Karel.
Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. The dark dreams seem to fade. Too far out of reach. For now, I just miss the light. Фух, давайте выйдем. Обнаружение сигнала. Что, друзья, давайте продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели мои видео. Ставьте пальцы вверх, ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся в новых сериях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.